Радио 54. Многие просят прощупать деньги. Почву. Или... Нет, такие случаи, нет, таких случаев нет. То есть они сразу понимают, что вы едете автостопом, это не за деньги. Да, но лучше сначала сказать, конечно, что вы едете автостопом, да, что... Да. Чтобы не потом не было сюрпризов каких-то, да. Да, когда вы выходить будете, чтобы он не сказал какую-то определенную сумму, потому что... Ну все, 185 тысяч с вами. Ну, я думаю, 185, конечно, никто не попросит. Ну, а вообще, вы ехали сутки, вот сразу первый попутчик, и сразу так долго, да? Да. За эти сутки, наверное, как-то уже становишься другом водителю, нет? Ну вообще, да, общительный очень много водитель. Общаешься, и мне кажется, такие темы можешь разобрать через незнакомым человеком, такие философские, потому что вы все равно едете, вы все равно общаетесь, то есть человеку неохота, чтобы он засыпал, ну то есть он за рулем, и какую-то тему там можете спокойно там пообщаться про нее, ну то есть очень тем много разобрать там разных. Но, конечно, есть определенные темы, которые лучше не разговаривать, там, не знаю. О политике? Политика, религия, да, потому что могут какие-нибудь острые вопросы возникнуть, у человека там какой-нибудь наболевший. И окажешься ты ночью на трассе. Ну, как минимум. Это, кстати, это, да, это в лучшем случае. О безопасности, да, это важный момент, да? Да, ведь да. Всякие люди бывают, да? Да? Как вы? Кому лучше не садиться? Тому, которому считаешь опасным человеком. Просто если чувствуешь дискомфорт. Просто на интуитивном уровне. На интуитивном уровне как-то. У вас такое было, что вы поймали машину, а потом такие, ой, что-то я передумал сам ехать. Ну, один раз было, и то вот в последнее время там, то есть не тогда. То есть, а тогда мне как-то то ли интуиция подсказывала, то ли какая-то удача, ну что, в принципе, все адекватные люди попадались. Ну, вообще, как выглядел человек, которому вы не сели в машину? Даже не помню, не помню. Не помню, честно говоря, так. Ну что вас смутило? Это внешность его машины? Поведение, наверное. Поведение, мне кажется, да. Всегда по поведению примерно видно, как человек себя ведет. То есть психология такая тонкая некая. И интуиция, конечно. Если вот интуиция подсказывает, что лучше так не делать, ну, то есть не общаться с этим человеком, то лучше, наверное, так не делать. Какие-то еще тонкости по пути? Может быть, что касаемо именно маршрута, через что лучше ехать? Вы же уже проверили определенный путь, определенные трассы, и знаете, где охота наберут, где неохотно. Я думаю, через какие-то большие точки есть ехать, то есть большие города, большие там населенные пункты, потому что если ты заезжаешь на какие-то малозаселенные дороги, то, скорее долго всего, придется ждать, да, там поток машин меньше намного, и приходится намного дольше ждать. То есть по каким-то большим точкам ехать. Например, до Екатеринбурга, до Казани, там я поехал в Волгоград, с Волгограда уже до Ростова, до Краснодара, ну и там уже недалеко до Ялты, собственно. Ну и, наверное, есть такие места, где просто нельзя останавливаться, и поэтому никто не возьмет, да? Да, наверное, допустим, на развилке какой-нибудь или на большой магистрали, где сильно быстрое движение, то есть там люди, в принципе, не могут остановиться, там большая скорость, и чтобы не создавать такую аварийную ситуацию, лучше там не делать никак. А приходилось идти пешком? Вот такие, да, такие места, да, где нельзя остановиться пешком? Да, например, сколько вы максимум шли пешком? Ну, мне кажется, километров 10-15 минимум. Я так не считал, но, думаю, долго, да, я шел. Где не получалось вот тормозить машину. Сколько раз приходилось топать? Примерно, ну так. Ну, много. Я обычно много, не стоял, да? На месте, да, долго. Я просто понимал, что лучше двигаться, чем стоять. Что ближе путь становится, если ты идешь, если не стоишь. Идешь с вытянутой рукой вот так, да, на дорогу? Ну, да, да. Примерно. Я так понимаю, какой-то минимальный набор вещей с собой, да? Да, конечно. Там теплые вещи, дождевик, я там думаю, средство безопаснее какое-то. Ну, вот советую лучше перцовый баллончик. Хорошее средство, например. Допустим, все-таки, если какая-то ситуация будет, то вы готовы, и все хорошо у вас будет. Вот. Что касается безопасности, да? Да, конечно. Ну, все равно безопасность должна быть, что готовы быть. Так, что еще? Дождевик сказал. Думаю, какой-то... Большой рюкзак вообще у вас был с собой? Какая-то еда, вещи из одежды, что-то? Да, нет? Из одежды там взял, то есть что-то заваривать, каши, вот лапшу быстрого приготовления. Ну, то есть, если даже где-то остановился вне города, то есть мог заварить, там, горелка у меня небольшая была, мог спокойно себе приготовить поесть, даже если не остановился. Водичка, да? Да, водичка, конечно. Средства гигиены точно вам надо. На чем можно денежки прибыть? На что стоит тратить побольше, а на чем можно сэкономить? Ну вот питание, я думаю, иногда все-таки стоит питаться в каких-то заведениях, в кафе там, в закусочных. Ну, в закусочных дороговато, в кафе лучше, чтобы сохранять какое-то питание здоровое. А так в закусочных лучше не питаться, потому что там придорожные кафе всегда требуют больше денег. Лучше питаться в городских кафе, то есть они меньше стоят. Такой некий лайфхак, что питание лучше в городе делать, ну, то есть так. В кафе там. Ты и здоровее, наверное, будешь. Да, там суп поесть по-любому надо, чтобы желудок нормально содержать. Вот.
Из лайфхаков что еще? Запасную обувь, я думаю, по-любому, потому что если одна промокает... На обуви нельзя экономить так. Да, конечно. Что если долго идешь, плохая обувь сразу ноги сотрет. То есть хорошая обувь только, легкая. Легкой походкой, так сказать, к долгой цели. Так, а из лайфхаков еще, ну, не знаю, поменьше вещей, я думаю. Поменьше вещей, я думаю. Из экономии. А, из экономии? Да. Хорошо. Деньги наличкой на карте, как у вас? На карте в основном. Ну, на карте. Чтобы налички, но чтобы из себя но не... Но наличка тоже да, нужна. Запасить. Да, чтобы себя не, налички, да. не было соблазнов потратить куда-то. Да, например, побольше. Так или... Второй телефон, запасной аккумулятор. Кстати, вот. Да, вот я слышала истории, что телефон-то зарядки. Можно оставить в какой-то попутной машине, да, и все. Да, второй телефон лучше маленький, допустим, самый простой, чтобы, если что, на связи оставаться. Там прям какой-то Nokia старый, очень хорошо, потому что они очень долго держат заряд. И Powerbank, если есть, там тоже хорошо. То есть вне города спокойно заряжаешь телефон и остаешься на связи там с интернетом, с картами. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.